играет. Сейчас он прибежит нас. Белыми. Устинов Сергей играет черными. Рокировка, шах и мат. Перед началом игры участники вспоминают все шахматные термины и правила. В Одинцовской библиотеке номер 1 состоялся праздничный турнир «Ход конем». Это международный день шахмат сегодня, 20 июля. Пошло это с 1966 года, поэтому сегодня ровно 55 лет. Такой турнир у нас проходит впервые, но я надеюсь, что это будет на постоянной основе. У игроков 1,5 часа интеллектуальной игры. За это время можно научиться новым ходам и стратегиям, признаются участники. Интересная головоломка собрала шахматистов всех возрастов. Здесь сегодня будут играть и дети, и взрослые. Турнир абсолютно свободный, доступный для всех умеющих играть в шахматы, для всех шахматистов. Мы постараемся провести это весело, интересно. И чтобы все остались довольны. По словам тренера, научиться играть можно в любом возрасте. Главное понимать, какая фигура на доске самая главная и какова конечная цель партии. Так, слон вот этот. Угу. Так, так, я забыла, как он ходит. Сюда. Вот, сюда. Да, ага. Наискосок по диагонали. Так, конь сюда. Угу. И так, вы ферзем забираете. Вот так, да? Да. Все, шах и мат, вы победили. Мат. Мат уже научились ставить детский мат буквально за пару минут. Итоги турнира подведены. Партии сыграны. Все участники получили юбилейные закладки для книг на память. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».